Сегодня весь свет узгадывая об потерпелых от катастрофы на Чернобыльской атомной станции. Она отбылась 31 год тому и стала самой жудасной техногенной катастрофой у истории человечества. Беларусь оказалась у лику наибольш потерпелых краин. Тысячи гектаров отчуженных земель, 380 тысяч оселенных жихаров, сотни покинутых весок. При этом основный удар приняла на себе Гомельская область. У иншие населенные пункты тут переселено больше, как 120 тысяч семьев. Из-за великого узроню радиационного забруджвания каля 60 весок пришлось изнести и поховать. До этого часу забрудженными на Гомельщине застаются больше, как 17 тысяч гектаров. До 31-й годовины аварии на ЧАЭС у регионе сегодня примеркованы шэраг памятных мероприемств. У областном центре яны распачнутся урочистым митингом для мемориала ахвярам катастрофы на территории Гомельского филиала университета громадянской обороны МНС Беларуси. Затем у храме святого Архангела Михаила отбудется жалобная панихида по загинувших героях Чернобыля. Гомельское областное объединение профсоюзов сегодня отправится у наибольш потерпелый от аварии Хойницкий район. Тут делегация примет удел у жалобным митингу гуля помника смутку, наведая полезки державный радиационный экологичный заповедник и шэраг социальных объектов. Так само сегодня Гомельское областное отделение Белорусского фонда миру организует поездку, присвеченную теме Чернобыльской трагедии. Активисты-миротворцы наведают Ельский и Нараулянский районы. У программе мероприемства, проведение митингов, ускладание вянков и кветок до помников, наведывание отселенных весок, встреча с непосредными удельниками подеи 86-го года и концертные выступления. У целом запланированы Планованные мероприемства дані на поваги ликвидаторам пожару и наступству катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Больше як 4 тысячи пациентов с 23 краин свету, что год проходит диагностику и лечение у Республиканском науково-практичном центре радиационной медицины и экологии человека у Гомеле. Это позволяет доводить экспорт послуг до свыше 1 миллиона долларов и свечить об их достатково высокой якости. А прежде того, каждый год у РНПЦ проходит лечение до 70 тысяч жихаров Беларуси. Сегодня центр оснащен сучасным профильным медицинским обсталяванием, что позволяет реализовывать и иншие планы. У приватности сёлета на базе центра плануется створить постоянно деючие курсы по повышению квалификации врачов первичного звена по профильных накерунках. Европейский тыдень иммунизации пройдет до конца этого месяца. У 12 раз его подтримая и Гомельская область. У рамках проводимых мероприемств у регионе будет организована работа прямых телефонных линий с консультациями специалистов. У приватности с 26 по 28 красовика можно задать пытание врачу-эпидемиологу по номеру 75 74 77. 27 красовика на сувязи будет аллерголог. Потелефоновать ему можно по номеру 40 04 37. Прямые линии будут працаваць с 10 до 12 годин. У Гомелі прошел региональный финал конкурсу предпринимательских идей, организованный бизнес-школой Института приватизации и менеджменту. Все лето у им приняли удел 110 человек из всех областных центров Беларуси. Яны представили 70 проектов. У республиканский финал трапили проекты агентства интернет-маркетингу, программа «Разумный конспект» и вытворчасць гульнявых домиков. У мая яны поспаборничают за звание лепшего бизнес-проекта краины. На Гомельщине прошел областный конкурс театральных и лялечных коллективов «Театральное скрыжование». Конкурс проводится у Гомельской области на протягу 20 годов. Сёлета до номинации «Драматичный и лялечный театры» додалась номинация «Эстрадный жанр». Члены журы, а это майстры сцены, актеры театра и кино, оценивали выбор репертуару, его отповедность узроўню и узросту выканаўцаў, а так само режиссерское решение авторской идеи. А кроме того, увага надавалася мастацкому оформлению постановок и выразности выканания. Гомельчане могут поделиться городскими историями. Акция по сбору фольклору «Город легенды» примеркована до 875-годзя областного центра. Цікавые легенды об Гомеле можно дослать у музей истории города. Самые цікавые из них будут опубликованы на сайте установы. А прача того, с часом яны могут стать предметами науковых доследований.